Привет. Слушай, вчера я видел Бухаря. Он твой друг, да? Ладно. Как думаешь, Фрики что-нибудь помнит? О себе? Погоди, я открою. Черт, медведь! То, что надо. Готово. То, что надо.
Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Не оказалось, что я зря старался. Я у твоего маяка. Какого? В смысле, у какого? В этой рации же есть GPS. А, ну да, да, конечно. Я понял. Ты в Лали Фоллс. Отлично. Гляди в оба. Скоро туда прибудет человек. Отбой. О, Брайан, чтоб тебя... О, Брайан, отзовись. Тут твои друзья. О, Брайан... Да-да, я знаю. Что мне нужно сделать? Прикрепить маячок? Нет, не в этот раз. Этот я и так отслеживаю. Иди за специалистом. Она должна осмотреть инфицированный экземпляр. Фелька, пойманного в пещере. В пещере? Значит, я должен лезть за вооруженными бойцами Неро в пещеру. Просто держись рядом. И тогда я смогу перехватить ее данные. О, Брайан! Я пока не нашел то, что тебе нужно. И зачем я с тобой разговариваю? Конец связи. Доложите обстановку. Тут все чисто. Порядок. Все нормально. Порядок? Да, порядок. Что? Я знаю, я солдат, но до фрик-шоу
Я учился на биолога. Объясните вкратце. Серьезно? Ну да. Ладно. Мы точно не знаем, но анализы крови... Имеющиеся данные указывают на то, что вирус поражает лимфатическую систему, воспроизводясь атакуя клетки в катастрофических масштабах. Атакуя? Точнее, переводя ряд какующихся протоонкогенов в активное состояние. Рак. Посмотри на него. Посмотри на них. Это, по-твоему, рак? Ну, может, такой зверский? Нет. Нет, нет. Это нечто намного хуже. В смысле? У этого вируса есть цель. Фрики стали такими, потому что вирус хочет, чтобы они были такими. Что вы хотите сказать? Я хочу... Господи, а что я хочу сказать? Терроризм. Вы думаете, это было намеренно? Не знаю. Все, что ли? Закончила? Так, ладно, пора отсюда уматывать. Это что? Это шоу.